Здравствуйте, ребята. Сегодня к вам в гости пришла сказка. А сказку расскажу вам я, волшебница Катя. Колокольчик заливается, сказка начинается. А сказка наша называется «Гуси-лебеди». В одной деревне жили мама и папа. А у них были ребятишки, Манечка и Ванечка. Собрались мама с папой на ярмарку. Вы знаете, что такое ярмарка? Ой, чего там только не продают. И пряники, и яблоки продают, и коней, и свиней продают, и карусели там есть. Ой, какое интересное место ярмарка. Вот мама с папой и поехали туда. А на чем они туда поехали? На лошадке. Запрягли в телегу лошадку. Вот так запрягли. И собрались на ярмарку. И мама с папой сказали Ванечке с Манечкой: Манечка, Ванечку одного не оставляй. Смотри за братиком. Хорошо, мамочка, сказала Манечка. Сели в телегу мама с папой. Да и поехали на ярмарку. Цок-цок-цок, лошадка скачет. Цок-цок-цок, копытцем бьет. Цок-цок-цок, тележку тащит. На тележке нас везет. Уехали они на ярмарку, мама с папой. А Ванечка с Манечкой одни остались. Манечке скучно тут с братиком. Она побегала, побегала, кругом побегала, подбегала. Подружки ее позвали, она взяла и убежала. Ванечка сидит один, травка играет. Тут налетели гуси-лебеди. Поедем. Да, налетели они, вот так. Налетели гуси-лебеди, увидели мальчика одного маленького. Схватили его и понесли к бабе-яге. Понесли Ванечку к бабе-яге. Бабе-яге скучно, она попросила кого-нибудь себе найти. Понесли они его к бабе-яге. Вот так вот, сюда, на лавочку. И улетели. Манечка-то прибежала. Манечка прибежала. Батика стала кричать, смотрит, вдали только гуси-лебеди мелькнули. Батик, Ванечка, ты где? Батик. Не видно батика, да? Да, там. Побежала Манечка, куда гуси-лебеди улетели. Подбежала, смотрит, печка стоит. Вот печка, в печке пирожки. Манечка говорит: печка, скажи, где мой братик? Куда гуси-лебеди его понесли? А печка говорит: съешь моего ржаного пирожка, скажу. Нет, я дома и пшеничный не ем у мамы с папой. Побежала Манечка дальше, побежала, смотрит, яблонька стоит. Видишь яблоньку? Яблонька, скажи, куда гуси-лебеди моего братика унесли? Съешь моего наливного яблочка, скажу. Не буду я твое яблочко. Я у мамы с папой и с медом яблоки не ем. Побежала Манечка дальше. Речку увидела, забежала на мостик. Речка, скажи, куда гуси-лебеди моего братика понесли? Попей моего молочка с кисельком, скажу. Не буду. Я и сливки дома не ем. А речка-то была не волшебная. Молочная река, кисельные берега. Побежала дальше. В лес прибежала, смотрит. Избушка на курьих ножках стоит. А там сидит Ванечка. Яблочками играет. А рядом Баба-Яга сидит. Да? Вот она, Баба-Яга сидит рядом. Побежала она Ванечке показывать. Тише, не говори, что это я. Что ты меня знаешь. Говорит, бабушка, можно я у тебя отдохну? Садись, я пойду баню топить, сказала Баба-Яга.
Села Манечка на лавку с Ванечкой. Баба Яга ушла. Мышка выбежала. Девочка, девочка, убегай со своим богатиком, а то придет Баба Яга и съест вас. А я... Угости меня кашкой. Садись, сказала Манечка. Схватила своего богатика. А мышка сидит, кашку кушает. Вот здесь. Сидит, кушает мышка. И побежала Манечка с Ванечкой. Пришла Баба-Яга. О, девочки нет, мальчишки нет. Засадилась. Мышку погнала. То есть мышка сама убежала. Котелок уронила и закричала своим гусям-лебедям. Гуси-лебеди, летите быстрее сюда. Девчонка мальчишку унесла. Давайте, да несите их его назад. Полетели гуси-лебеди. Увидели Манечка с Ванечкой. Речка, речка, спрячь наш. Попей молочка, спрячу. Попила Манечка молочка, спрятала речка ребятишек. Гуси-лебеди полетели. Нет никого. Улетели. Манечка с Ванечкой вылезли, дальше побежали. Побежали, смотрят, яблонька. Гуси-лебеди опять прилетели. О, летят, сейчас хватят. Спрятались они за яблонь. А, яблонька, яблонька, съешь, помоги нам. Съешь моего яблочка? Помогу. Ну, съела Манечка яблочко. Спряталась за яблоньку. Гуси опять прилетели, лебеди, нет никого. Улетели гуси-лебеди к Бабе-Яге снова. Вылезли Манечка с Ванечкой из-за яблоньки. Дальше побежали. Только до печки добежали. Опять гуси-лебеди летят. Хотят схватить ребятишек. Подбежала Манечка к печке. Печка, печка, помоги, спрячь нас. Поешь моего пирожка, жена. У меня покушала Манечка пирожка. Лезли Ванечка с Манечкой в печку. И заслонкой закрылись. О, нету их. Гуси-лебеди прилетели. Нет никого. И улетели к Бабе-Яге. Ох, Баба-Яга сердилась, ругалась. Улетели гуси-лебеди. А Ванечка с Манечкой. Печка-то уже теплая была, не горячая. Можно было в нее залезть. Прибежали домой. К дому своему. А тут и мама с папой. Да. Приехали с ярмарки на телеге. Приехали. Обгадывались, что ребятишки дома, что все в порядке. Манечке платочек принесли. А Ванечке принесли пряничков. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. Артисты вам всем кланяются. А ребятишки что делают, смотри-ка? Ребятишки хлопают. Молодцы. Еще. Еще. Да.